Всем привет! В прошлый раз мы показали, как нужно снимать старое покрытие, а теперь мы покажем, как нужно наносить новое покрытие. Покраску начинаем с придания необходимого тона морилкой. Колеруем столик под орех. Наносим первый слой грунта, он позволит нам в дальнейшем с помощью шлифовки сбить поднятый ворс и максимально выровнять поверхность. Добавляем слой грунта, чтобы избежать его прошлифовки при нанесении золотой патины. Золотая патина придаст изысканности нашему столику. Патина необходима нам только в углублениях, поэтому доступную поверхность мы отшлифовываем. Финальный этап работы перед сборкой – это нанесение лака. Лак придаст необходимый блеск и обеспечит защиту древесине. Сейчас вы наблюдаете итог нашей работы. Все сделано с учетом пожеланий клиента. Остается только передать столик, и он будет готов к дальнейшей эксплуатации. Спасибо за просмотр!